Чистые четверги и субботники в нашем районе проводятся регулярно. Только совместными усилиями можно обеспечить чистоту и порядок на наших улицах. Ведь, как известно, чисто не только там, где убирают, но и там, где не ссорят. На прошлой неделе в Кашхабском сельском поселении прошел масштабный так называемый «Чистый четверг». В работах по благоустройству и санитарной очистке прилегающих и закрепленных территорий приняли активное участие работники администрации района и поселения, Управление культуры, Пенсионный фонд, Кашхабский центр социального обслуживания населения, сотрудники образовательных и дошкольных учреждений. Большое внимание было уделено в этот день парковой зоне аула Кашхабль. Были побелены бордюры и произведена уборка мусора.